Добрый день, милые дамы! С вами телеканал Shop and Show и я его ведущая Олеся. Рубрика «Мода и стиль» и сегодня с радостью представим вам новую летнюю коллекцию женской одежды. В студии вместе со мной моя соведущая Мария, эксперт по моде. Здравствуй, Мария! Здравствуй, Олеся! Здравствуйте! С радостью представляем вам блузку, шелк-шифоновая блузка асимметричного свободного кроя «Летний ветер». Она представлена в двух цветах – глубокий темно-синий с такими розовыми цветами. И второй вариант нашей блузки – черная с белой асимметрией. Очень красивая, предлагаю рассмотреть подробнее данную блузку. Во-первых, это очень красивые асимметричные блузки. Можно назвать топом, можно назвать это туникой, как хотите, как удобно. Дело в том, что сшиты они из шифона, как ты уже сказала. Это очень легкая ткань, она для лета идеальная, потому как она дышит, она проветрится, она на самом деле как ветер. Она струится, когда вы идете, обтекает фигуру, подчеркивая все достоинства и делая женщине загадку, потому что все-таки непонятно, что там внутри. Ну, давай вернемся к тому, что у нас здесь купонный рисунок. Это очень красивые, такие розово-сиреневые цветы, очень красивые. Так контрастирует с темно-синим, вот да, основным цветом чтобы изделия. Чтобы цветы не перебивались, у нас внизу второй слой. Он сделан просто темно-синим, но и опять же второй слой что нам дает? Он дает не только в расцветке дело, он дает то, что ткань не просвечивается, потому что не каждая женщина, в общем-то, готова к тому, чтобы у нее просвечивалась одежда, чтобы было видно, что внизу. Поэтому у нас есть два слоя, но есть еще такая уникальная способность шифона. Он когда наслаивается, ткань тонкая, она всегда сидит великолепно. То есть бывают многослойные вообще вот юбки, например, там, когда много слоев. Два слоя, оно скрывает недостатки. Вот получается, что фалдит один слой, и под ним развивается второй слой. Причем это асимметрия, если вы стройные можете себе позволить, как наша модель, носить узкие брюки, и всегда это будет выглядеть безупречно, то есть как бы женщины, у которых есть некоторые места, которые хочется... Как раз вот эти, да, вот места самые проблемные. Каждая женщина, то есть независимо от того, стройная она, высокая, и любая, она всегда найдет, где ей нужно вот убрать, чтобы что-то спрятать. Здесь у нас получается такой крой, который как раз-таки и прячет вот эти вот вещи, то есть те, которые хочется скрыть, какие-то выпуклости, шероховатости, вот, как бы, чтобы сделать еще более себя вот идеальной. Причем расцветка, она, конечно же, привлечет внимание. Я еще хочу вот что сказать. Вещи, что у нас эксклюзивные. Потому что таких больше ни у кого нет, получается? Они сшиты и придуманы дизайнерами. Сделаны они у нас, как бы, как это должно все выглядеть потом, конструкторами. И, соответственно, этот шедевр потом был создан. Но так как дизайнерские вещи – это вообще не массовое производство, и невозможно сшить 1000 штук, да? Даже 100 – это большая проблема. Так вот, в данной ситуации я хочу тебе сказать, что эти вещи эксклюзивные. Их очень мало. То есть, если сегодня не успеть, завтра их не будет. На полках магазина вы точно этого не встретите. И подружка, и соседка точно не перейдет вам дорогу в этом же платье. И теперь хотелось бы вот что заметить. Обрати внимание, что у нас второй цвет. Такой насыщенный черный. Я вот не пойму, это серый или черный? Она так прям интересно переливается, что непонятно. Ух ты, тут у нас еще второй слой, но он отличается. Вот да, от этой блузки я смотрю, да? Да, молодец, да. Потому что вот как раз этот эффект двуслойности здесь виден. Поэтому ты не поняла, что это за цвет, то ли серый, то ли черный, да? Ну вот, вот такую точно с бельем не наденешь. Прям все просвечивает, все видно. У нас один рисунок, совершенно купон красивый, а другой здесь видно, что ткань прозрачная, двуслойная. Первый слой ткани у нас черный. А с белой абстракцией второй у нас слой белый с черной, то есть наоборот. И, соответственно, создает совершенно другое впечатление, как от первой блузки. То есть они вообще разные, их даже сложно сравнить. Причем ткань сама, ну, мы уже знаем, что такое шифон, то есть насколько он уникален. И еще плюс я хотела бы обратить внимание сейчас на то, что шифон еще и не мнется, то есть насколько это удобно. Вот смотри, я попробую сейчас смять изделие, зажала хорошо в кулаке, а теперь я беру и расправляю. И посмотри.
Вообще ни одной складки, представляете? То есть можно сложить в чемодан, собраться в отпуск и не гладить. То есть для тех, кто не любит гладить, это просто идеальный вариант. Размерный ряд у нас представлен с 48 по 58. Промо-цена 1790 рублей. Поспешите, будьте неотразимыми и привлекательными этим летом. Все в ваших руках. Звоните прямо сейчас по телефону, который видите на вашем экране. Операторы отвечают на все ваши вопросы. Звонки абсолютно бесплатные, даже с мобильных телефонов. А мы вернемся буквально через пару секунд. Оставайтесь с нами.